Нижегородская область вышла на первое место в стране по количеству компаний, участвующих в национальном проекте «Производительность труда». Цель проекта – помочь предприятиям и организациям в оптимизации производственных и иных процессов. Для этого используется элемент так называемого «бережливого производства». Чтобы помогать внедрять эти технологии, в области создан специальный региональный центр компетенций. Как пример работы этого центра – одно из павловских предприятий. Взяли в работу и применяли следующие инструменты. Это стандартизация рабочих мест. Применили систему 5С, навели порядок, прописали стандарты по каждого рабочего. Основными проблемами также здесь были излишние перемещения, излишние запасы. Как мы понимаем, что запасы – это всегда замороженные деньги в процессе производства. Мы сократили запас только по итогу 3 месяцев более чем на 15%. Время протекания процесса у нас сократится по концу проекта на 20%. И, собственно говоря, мы повысим выработку на человека также на порядка 20%. Перспектива и стратегии нашего развития – это на ближайшие 5 лет увеличение объема реализации товара минимум в 5 раз. Далее строительство новых производственных складских площадей площадью до 15 тысяч квадратных метров, а также выход на рынки экспорта. По итогам 2021 года региональный центр компетенции стал лучшим в стране. Сегодня мы перевыполняем показатели по национальному проекту. По количеству предприятий сегодня в национальном проекте принимает участие 169 предприятий. Это выше установленного показателя, более чем на 70%. Также мы занимаем первое место по количеству обученных сотрудников по программе национального проекта. Более 2600 сотрудников получили образование, внедрение производственных систем на предприятиях.